Представляется поэту, который сразу прямо хочет сказать пару слов на эту тему. Я бы 5 слов можно. Можно. Господа, сегодня необычный памятный день. Во-первых, он тяжелый для всех, для нас, траурный. Но в то же время и прорывной, потому что Аркадий Дмитриевич своим творчеством прорвал вот эту вот мрачную пелену, которая давлела над всем нашим обществом. Да, конечно. В памяти Аркадия Северного. Спасибо Диме Петрову, часть как бы мысли, фантазии он навеял мне своей книгой об Аркадии Северном. Сестрорецк, Сердцеецк, Жидорецк, балагурил дедок чуть поддатый, мол, гостил у него здесь певец, через месяц стал названным братом, самородок был пусть неказист, но под ритмы жемчужных братьев малым гномом большой артист трепыхался в людских объятия. Наш вагон мер на стыке считал, Сестрорецкой однокалейки старичок коньячок глотал, газетенкой прикрыв наклейку. Вдруг изрек: Ленин здесь, в шалаше, Марсельезу картавил вороном. Это что же, 100 лет уже Сестрорецк колыбель шансона? Да, да, точно, 100 лет уже Сестрорецк колыбель шансона. Так Аркадием Северным биты были карты все одесситов. Юморной столице конец, нынче стольный град Сестрорецк. Мы, Оленька, если будет время, я то, что вы просили, прочту. А пока прочту вам свистоплясную басню. Рудольф, я вас люблю.
Свистоплясная басня. Козел без музыкального был слуха. Балдел, как блеял друг его, баран. И тот, проникшись соловьиным духом, коррупционный разработал план. Скупил свистулек всяких разных у кукушки. Кукушка из офшора та была. И раздарил зайчатам папушки, чтоб веселили день и ночь козла. Тут дятлы лесокресты задолбали. И вторил деловито, им вторил деловито мудрый сыч. Баран с козлом зверье все обокрали. Офшорный наварили Магарыч. Козлу нежданно власть от льва досталась. Отдал болван, упившись в дрободан. Мораль сей басни — стыдоба и жалость. Солистом стал теперь в лесу баран. И блеет. Слышь ты, наглый соловей, со мной тягаться в пении не смей. И вообще, сгинь прочь с моих очей. Не перепеть мою виолончель. Прошло 55 лет. И нашелся еще один достойнейший человек, который примерно в эти же дни, 14 или 15 апреля 1961 года, помимо Юрия Алексеевича Гагарина, прорвал железный занавес. Это всеми нами любимый, известный, незабываемый Рудольф Нуриев. Да, да, верно? Да, да. Все верно. И вот у могилы этого великого исполнителя с бархатистым мужским чарующим голосом я хочу прочесть стихотворение, посвященное памяти Рудольфа Нуриева. Это две звезды, не считая третьей звезды гагаринской. Икару русского балета. Уфа танцора мальчика любила. Его с рождения терпсихора одарила. Покинул он в момент кардебалет, чтоб чаровать полетом белый свет. А в Ленинграде как его боготворили, лишая, правда, жизни изобилий. За рюмкой чая мне говаривал главреж. Боялись выпустить Икара за рубеж. И вот Икар наш, бриллиант Парижа. Прыжки балетные все выше, выше, выше. И помня Мариуса Петипа завет, собою славил русский наш балет. Компьютер крутит вновь и вновь маэстро танец. Нуриев в нем немеркнущий красавец. И блещет в танце в миллион карат. Рахмат ему от всех от нас. Виват! Спасибо. Это очень...